В этот вечер двери дома Мейерхольда открыты для очень узкого круга зрителей. Постановки, которую им предстоит увидеть, нет в репертуаре Центра театрального искусства. На его сцене свою первую режиссерскую работу «Леди Макбет» представит актер театра юного зрителя Дмитрий Ширин. Этот спектакль создан при поддержке Союза театральных деятелей. То есть мы писали заявки на стипендии от СТТ на инсценировку и на постановку спектакля. Вот, наши заявки прошли и там, и там. То есть мы получили стипендию и за инсценировку, и вот за постановку спектакля. Одним из первых мест в зрительном зале занял отец Дмитрия Ширина. Волнуется за сына, который в этот раз будет в новом для себя качестве. Леди Макбет, я думаю, она женщина, верящая в какое-то светлое будущее, свое, может быть, или еще что-то, и устраняющая, к сожалению, таким вот страшным образом препятствия со своей дороги. В запертом купеческом терему с высоким забором и спущенными цепными собаками. Как надоели! Попреки эти надоели! Чего шла? Да зачем шла замуж? 6-й год замужем. Детей не нарожала. В роли молодой купчихи Катерины Измайловой актриса, супруга Дмитрия Ширина Дарья Куклева. Для нее спектакль тоже серьезный эксперимент. На сцене она одна. Первая театральная моноработа. Много, много в эти ночи и венца было попито, и сладких сладостей поедено. И в сахарные уста поцеловано, и кудрями на мягком изголовье поиграно. Игра света, музыкальное оформление, талантливым супругам Ширину и Куклевой помогала команда друзей. В будущем этот спектакль может появиться и в репертуаре театра юного зрителя.